В Березняках, наконец, преобразился центральный вход в спортивную школу «Березняки-Арена Спорт». Долгое время главные ворота городского стадиона оставались без должного внимания. А вот теперь на них приятно посмотреть. Помните, каким страшненьким был центральный вход на бывший стадион «Химик»? Теперь железобетонную входную группу подлатали, отштукатурили, покрасили и установили большие баннеры с обеих сторон от ворот. Красота, да и только. Теперь березняковцы призывают бережно относиться к имуществу спортивной школы «Барс».